человеку очень удобно найти какую-то сверхсилу, на которую возложить всю ответственность за все происходящее. То есть человек все время как бы тешит себя какими-то непонятными знаниями и какими-то иллюзиями, но не хочет вообще адекватно, нейтрально и абстрагированно вообще рассмотреть, как я повторюсь, прежде чем рассматривать информацию, надо сначала разобраться, как работает, как функционирует ум, как функционирует мышление, подчиняется ли оно человеку или наоборот. Человек находится в ментальной кабале –